Дети Алексея Михайловского из Черногорска владеют долями в квартире. Недавно на них пришел налог на имущество. Мужчина спрашивает, насколько это законно, ведь его сыновья несовершеннолетние. В управлении налоговой службы по Хакасии пояснили, что налог на имущество налагается на всех владельцев недвижимости, вне зависимости от их возраста. Таков закон. По семейному кодексу все налоги за несовершеннолетних детей оплачивают их родители.